На сегодняшний день одним из самых эффективных методов лечения некоторых болезней остается хирургическое вмешательство. Сейчас мы отправляемся в отделение хирургии в Белгороднестровскую районную больницу для того, чтобы узнать, как проходит лапароскопическая операция. Хирургия является одной из самых древних отраслей медицины. Еще за 6 тысяч лет до нашей эры выполнялись такие сложные операции, как удаление камней из мочевого пузыря и трепанация черепа. С тех пор хирургия сделала революционный шаг на пути совершенствования мини-инвазивных процедур. Теперь операции производятся только через один маленький разрез в области пупка. За последние 20 лет лапароскопическая хирургия постепенно вытесняла открытую. Основные хирургические нововведения последних лет включали совершенствование мини-инвазивных технологий. Конечная цель ученых – бескровная безболезненная хирургия и операции без разрезов. С хирургией единого лапароскопического доступа хирургия сделала следующий шаг в этом направлении. Изначально лапароскопия была создана как диагностическая процедура, которую использует доктор для осмотра внутри живота. Она позволяет диагностировать различные заболевания, включая аппендицит и кисту яичника. Выполнив маленький разрез на передней брюшной стенке, лапароскоп вводит в брюшную полость. Оперируем мы уже 2 года. 2 года именно выполняем операции. До этого у нас мы постепенно осваивали этот метод. У нас был просто лапароскоп как диагностический метод лечения. Как диагностика. То есть мы с помощью видеокамеры заходили в брюшную полость, могли посмотреть, что там творится, потому что поставить диагноз, но манипуляции на органах еще тогда не производили. Но постепенно, приобретая оборудование, мы смогли, ну, помимо того, что диагностически определяться, что творится там с больным, сейчас мы уже можем и оперировать. То есть уже за это время, за 2 года у нас выполнено там более 100 операций, потому что большое значение имеет в этом методе, ну как в любом другом, это, ну, опыт хирурга, навыки, потому что здесь другие уже немножко навыки требуются, это больше связано с какими-то техническими особенностями, с манипуляцией не прямо руками, а инструментами, то есть чувство другое, смотреть на экране нужно, анализировать как с этим, ну и такое. То есть уже у нас за 2 года мы практически, ну, уже, я считаю, что довольно-таки неплохо освоили этот метод. Ну, стараемся совершенствоваться дальше. Лапароскоп – это тонкий телескоп с источником света на конце. Он используется для освещения и увеличения органов внутри живота, взятия образцов тканей и выполнения операций. Изображение с лапароскопа передается на экран монитора, что позволяет доктору смотреть в реальном времени. Самое главное в этом рекомендации – это решиться на операцию. Да? То есть бывает, что показана операция, больной тянет, например, не оперируется. Вот как перед любой другой операцией, потому что, конечно, любому человеку там страшно оперироваться, но затягивание процесса, вот, может привести к каким-то осложнениям и более осложняет операцию саму. А как перед самой операцией, ну как перед любой другой операцией, готовит анестезиолог, осматривает там другие специалисты, сдаются анализы, потому что довольно ответственная операция, чтобы не было каких-то хронических заболеваний со стороны легких, там сердечно-сосудистой системы, кардиограмма должна быть нормальная, если плановая операция. Ну вот. Ну, перед самой операцией больной должен хорошо поспать, у него должен быть очищен кишечник, то есть если он сам не сходил по-большому, то делается клизма. Перед операцией накануне делается так называемая премедикация, когда успокаивающий укол, чтобы больной успокоился, нормально проспал ночь, чтобы был, ну, полон сил перед операцией. И, в принципе, перед видео лапароскопическими операциями те же самые правила, что и перед обычной операцией. В объектив лапароскопа можно смотреть глазом, как это делалось на протяжении многих десятилетий. Однако в последние годы с появлением миниатюрных эндоскопических видеокамер, присоединяемых к объективу лапароскопа, для всех, кто находится в операционной, стало возможным наблюдать весь ход операции на экране монитора. Лапароскопическая операция обычно проходит под общей анестезией.
после обработки кожи живота хирург делает маленький разрез 1-2 см в области пупка. Через этот разрез углекислый газ поступает в брюшную полость и слегка приподнимает ее, что позволяет легче увидеть внутренние органы лапароскопом, аккуратно введенным через разрез в брюшную полость. Хирург смотрит на монитор, подсоединенный к лапароскопу. Если выполняется операция, делается еще несколько маленьких разрезов кожи, примерно по пол или 1 сантиметр, что позволяет ввести тонкие инструменты в брюшную полость. Хирург на мониторе видит концы этих инструментов и выполняет необходимую операцию. Когда хирург закончил операцию, он удаляет лапароскоп и инструменты из брюшной полости, а разрезы кожи сшиваются. Пациент может ощущать незначительную боль в области разрезов кожи. Также могут быть боли в области плеч. Они появляются в результате введения газа в брюшную полость. Дело в том, что эта процедура раздражает диафрагму, у которой один нерв с плечом. Эта боль вскоре проходит, а длительность выздоровления может варьировать и зависит от типа операции. У нас сейчас в больнице используется новый метод лечения хирургических больных – это видеохирургия. Видеохирургия имеется в виду, что мы можем зайти в живот с помощью лапароскопа, посмотреть на большом экране, что творится в животе, поставить правильный диагноз и, ну, определиться с тактикой лечения больного. Потому что часто бывает, ставится один диагноз, а когда смотришь конкретно своими глазами, что творится в животе, может совсем другой диагноз быть, может быть операция быть отложена или совсем другое лечение. Но преимущество видеохирургии в том, что мы выполняем эту операцию через небольшие проколы в брюшной стенке. Вот сегодня мы делали женщине молодой операцию. У нее желчно-каменная болезнь, то есть камни в желчном пузыре, связаны с этим воспаление желчного пузыря. И одновременно у нее имеется большая киста яичника. То есть мы через небольшие проколы могли посмотреть, что у нее есть холецистит и желчный пузырь с камнями, удалить желчный пузырь через эти проколы. Потом развернуться из этих же дырочек маленьких, выполнить другую операцию, то есть по удалению кисты яичника. То есть вот преимущество видеохирургии в том, что мы через небольшие проколы сможем поставить диагноз, сделать операцию, и не требуется огромного разреза, например. Потому что если оперировать на верхнем и нижнем этажах брюшной полости одновременно, то есть желчный пузырь у нас находится под печенью вверху, а киста яичника находится в самом низу, в малом тазу. То есть нужно или два разреза больших, или один разрез на весь живот, как раньше и делали. Пациентке Белгород-Днестровской районной больницы с помощью лапароскопической операции удалили кисту яичника и желчный пузырь. Впервые лапароскопическое удаление желчного пузыря у человека было выполнено во Франции в 1987 году. Затем операция получила быстрое распространение и признание в развитых странах мира. Необходимо, однако, подчеркнуть, что лапароскопическое удаление желчного пузыря является достаточно сложной ювелирной операцией, требующей отличного знания анатомических особенностей этой зоны и навыков проведения инструментальных манипуляций через телевизионный экран. При этом лапароскопия кисты яичника является одной из самых широко распространенных гинекологических операций. На ее долю приходится примерно 2/3 всех хирургических вмешательств в репродуктивную систему женщин. Это видеолапароскопия связана с тем, что, как я сказал, нагнетается углекислый газ в брюшную полость, повышается внутрибрюшное давление. Вот это немножко откладывает на отпечаток на работу анестезиолога, потому что считается, что более сложно работать у больного с больным, когда, например, у него повышенное внутрибрюшное давление. Это может сказаться там, на работе сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. То есть параллельно с хирургами этот метод лечения осваивают и анестезиологи, которые дают наркоз. Лапароскопические операции, как и любые другие, имеют свои плюсы и минусы. Одной из проблем при использовании лапароскопов является так называемое запотевание оптики, то есть оседание конденсата влаги на более холодной линзе при введении лапароскопа в полость тела. К счастью, для снижения запотевания существует ряд приспособлений.
а за счет того, что при операции с использованием лапароскопа изображение увеличено, движения хирурга более четкие, следовательно, менее травматичные и проходят с меньшей кровопотерей. Также потеря крови уменьшается за счет того, что сосуды при такой операции завариваются. Для этого используется ток высокой частоты. Вследствие применения лапароскопа практически исключается вероятность образования послеоперационных грыж, спаек, которые могут вызывать непроходимость слизистой. Большой плюс в применении лапароскопа – это, несомненно, косметический эффект. Шрамов полживота уже в прошлом. Сложности всегда есть, потому что помимо преимуществ видеохирургия имеет свои недостатки. Например, вот мы, когда начинали оперировать, заходим там в брюшную полость, там есть холецистит. Ну, бывают такие холециститы, когда вокруг нос паек, такие особенности там, строения этого, что нам приходилось переходить на открытую лапаротомию. То есть это называется конверсия. В принципе, это довольно-таки часто может быть при видеохирургии, когда с помощью инструмента мы не можем, если такой длительный процесс, там, гноенный процесс какой-то, там, особенности подпаянные там, органы друг к другу, мы не можем лапароскопически это выделить. Поэтому переходится на открытый метод хирургии, называется конверсия. Другими особенностями это связаны сложности были неполадки в процессе освоения, потому что используется при видеохирургии вот нагнетание в брюшную полость углекислого газа для того, чтобы там создать воздушную подушку, чтобы видно было. Ну, бывали случаи, что у нас там, например, углекислый газ не подавался, вот такое. Потом бывало, что не хватало освещения, недостаточность. То есть зависит много от того, какая техника используется. Например, у нас была обычная галогеновая лампа, а сейчас потом мы купили ксеноновую, и уже в брюшной полости лучше видно. То сначала иногда было как в потемках там оперируешь, конечно, это чревато всякими осложнениями. Ну, вот такие в основном какие-то негоразды или что в процессе освоения. В чем преимущество еще этого метода? В том, что больные после таких операций быстро поднимаются, потому что разрез небольшой, проколы, они практически их не беспокоят боли. Но вот быстро заживает это операционные раны, эти ранки. Вот. И через день-два практически больная может быть уже дома. Ну, раньше, когда делали большие разрезы, то есть удаляли холецистит или там по-женски делали, после операций, связанных с разрезами, люди часто возвращались с послеоперационными грыжами. Потому что нарушается целостность брюшной стенки, если слабые ткани, то развивается отверстие, через которое могут выпячиваться органы брюшной полости. И часто таких людей после обычных операций еще приходилось повторно оперировать по поводу развившихся грыж. Этот метод, он практически исключает развитие грыж, потому что через проколы в брюшной стенке где-то 0,5 сантиметра, максимум 1 сантиметр, уже грыжа не развивается. Ну вот это вот основные методы, преимущества видеохирургии. После любой операции могут возникнуть осложнения. Ранними осложнениями после операции являются кровотечение и инфекция раны, которые не характерны для лапароскопической хирургии. Когда же стоит обратиться к хирургу? При кровотечении, повышении температуры тела выше 38 градусов, увеличении отека в области операции, боль которой не купируется анальгетиками, тошнота, рвота, загноение в области послеоперационной раны, покраснение и отек в области послеоперационной раны. Общее состояние больных после лапароскопической операции в большинстве случаев позволяет выписать пациентов из стационара на 3-4 сутки. Очень многие панически опасаются проведения лапароскопии. И напрасно. На самом деле лапароскопия на сегодняшний день является одним из наиболее эффективных и безопасных способов лечения. Самое главное, что предстоит вам сделать, это выбрать хорошего и опытного врача, для которого проведение лапароскопии не является чем-либо из ряда вон выходящим. Здоровья вам!